В музее освоения Севера прошел урок мужества. Ученикам третьей школы рассказали о героях Отечества, познакомили с историей орденов, медалей и наград. Георгиевская лента – это многовековой символ, олицетворяющий подвиг русского воина на полях сражений. Это элемент награды, за которую многие отдали свою собственную жизнь. Они не боялись тяжелой работы, совершали подвиги, были отличными стрелками и связистами, ходили в разведку, несли на своих плечах нелегкое бремя войны. Они – наши ветераны. Одна из них – участница Великой Отечественной войны Анна Петровна Филичева. В этот день она пришла на встречу с ребятами и рассказала много интересного, в том числе и про тот день, когда началась война. Тогда были радио в городах, вот такие огромные тарелки, из них все было хорошо слышно. И как раз где-то в районе 12 дня голос Левита, очень тревожный и очень волнующий, сообщил о том, что сегодня в 4 часа утра немецко-фашистские армии вероломно напали, без объявления войны напали на нашу страну. С большим интересом школьники слушали рассказ Анны Петровны, которая в 17 лет добровольцем ушла на фронт. Я подошла, часовой, конечно, пропустил меня, сказал, пройдите к начальнику штаба. Я прошла и стала телеграфисткой вольно-наемной. Буквально это было в сентябре, а в ноябре уже пришел приказ, чтобы вольно-наемных уволить. Или перевести на военную службу добровольно. Я слышала о войне, но представить ее роли связиста или кого-нибудь еще я не могу. Было бы слишком страшно. Война – это довольно-таки событие ужасное, потому что много было потерь. В завершении мероприятия ребята поблагодарили ветерана за интересную встречу и подарили Анне Петровне цветы и нагрудный знак. Елена Канина, Олег Семагин, новости Губкинского.